Друзья, приветствую вас на своем канале «Пламя». С вами Борсук Олег Михайлович, Республика Адыгея, город Майкоп. Друзья, ролик мне прислали еще зимой, но выложить я его смог только сейчас. Мангал был собран по моему проекту. Вы видите, на экране сейчас данный проект рекламируется. Значит, ребята, что я хочу сказать. Большое спасибо за присланный материал человеку, который прислал мне его. И также хочу ему сказать огромное спасибо за то, что приобрел у меня проект. Ну а сейчас переходим к просмотру клипа. Здравствуйте, Олег Михайлович. Я так закончил свой комплекс и хочу вам послать видео отчет. Вот такой вот законченный комплекс получился по проекту Олега Михайловича Барсука. Закончили его класть неделю назад. Вот так вот сейчас выглядит беседка в незаконченном состоянии. Этой оставили яблоню. Немножко есть отступление от проекта Олега Михайловича. Высота беседки не позволяла полностью реализовать этот проект. Тут вписали две задвижки. 250 на 250 поворотные. Мангальная часть. Сделали две прорези. Я считаю, так мне удобнее. Вот такой вот зуб освещения. И вот, вот выход один. Дымоход. Это наклон передней стеночки. Середина. Вот смотрите, вот так сделана освещенница внутри камина. И вот сейчас я вам покажу, вот, если получится, вот видите, конец трубы. Вот так вот сделал. Подсветочка получилась. Можно, так сказать, с этой стороны. И с этой стороны. Вот так вот. Хлебная печка. Так, мы сейчас ее откроем. Открываем. Покажем, что здесь, как тут сделано. Вот, пожалуйста. Вот такая вот хлебная печь. Здесь стоит термометр. Можно посмотреть там, да? Где-то около 5 градусов внутри сейчас. Топочка. Вот такая вот топочка получилась. Ну вот как-то так. То есть покажем поддувальца. Вот так вот выглядит поддувальца. Вот интересненькая вьюшечка. Прочисточка сделана. Вот посмотрим на нее. Естественно, сажа. Как там у нас внутри? Внутри у нас как-то вот так вот сделано. Все-таки воробушки. Это задвижечка. Задвижечка. А это вот для усиления. Тяги, тональчик. Давайте туда посветим. Давайте посветим. Посмотрим, что там. Пятую. Я сделал вот здесь вот в хлебной камере. Прямо заложил дрова. И всю копоть отсюда, как видите, выжиг, убрал. Вот даже дверца вот так вот обгорела. Вот эта часть комплекса с казаном. Я, так сказать, это еще одна воробушек у меня висит. И здесь я решил повесить Леву. Что-то вешалочки сделать для половничков и так далее. Сделано немножко, тоже изменено. В лучшую сторону, не в лучшую сторону, пока не знаю. Но это говорили меня, так сказать, печники, кто клал, сделать эту вещь. То есть дымоход сделан в Казани один.
выходит сюда и идет напрямую. Один, как у вас, Олег Михайлович. А второй, когда перекрывается эта задвижка, идет низом, выходит сюда и идет сюда под задвижку. То есть вот такие вот задвижечки. Потому что у нас зима холодная, чтобы дымоходик вот этот вот расширен, он сделан вот такой вот большой, для того, чтобы эта стеночка нагревалась и здесь в помещении было тепло. Включим фонарик. Смотрите, такая вот топочка. Такая вот топочка. Поддувала. Такая вот поддувала. Такие вот дверцы. Вот так вот закрываются. Вот это самое. Тоже вьюшечка. Вот вьюшечка, видите. Просохла, сухая. И здесь как... Выходит наверх, если видно. Освещение внутри камина взял. Вот такие вот лампочки. Вот такая вот лампочка. Все видно ее. Вот 300 градусов она выдерживает. Провода. Провода тоже выдерживают 300 градусов. Патроны внутри стоят керамические. С маленьким цоколем. На улицу за дровами. Пленочка для того, чтобы работа не закончена, не запачкать стекла. Так, ну вот. Вот такой вот у нас Василий. Васек, больно-то серьезный. Василий. Вот такой вот кот. Василий, друган такой у меня. Так, все готово для разжигания. Так, смотрим. Уложены дровишки в мангале. В казане. И в печи. Это моя ассистент, сестра Елена. Так, зажгли. Так, и зажигаем. Зажигаем. Закрываем дверцу. Открываем поддувало. Так, оно поехало. Идет дым из хлебной камеры. Разгорается. Дверцы потекли. Так сказать. Вот там видно. Видит пламя. Здесь, смотрите, из задвижек из-под этого не поддымливает. Так, еще раз смотрим, как там у нас дымок идет. Идет дымок. Так, сейчас мы разожгем казан. Так, сейчас мы закроем. Откроем поддувальце. Процесс разгорания, думаю, особо не интересен. Идет дым из казана. При разгорании немножко поддымливает. Попробуем прикрыть немножко заслоночку. Вот так вот. Ну вот. Дымок пропал. Вот смотрите, что делается с дымом. Вот как работает зуб. Так, попробовать сверху, сбоку вам показать.
как-то так работает зуб. Вот смотрите, здесь вообще нет ничего. Вот, смотрите, вот здесь вот преподносим поближе. Ну вот где-то у меня сейчас сигаретина на 200 миллиметров от мангала находится. Видите, вот поднимаем выше ее. Вот смотрите, что происходит. Вот смотрите. Вот что происходит. Вот такая вот тяга. Вот такая вот петрушенция. Я считаю, что все замечательно. Спасибо Олегу Михайловичу. Вот у нас все, так сказать, горит. Все работает. Единственное, что есть нюансы по растопке казана. Сейчас. Ну что, веночек? Тебе нравится? Очень даже. Очень тепло даже. Стало. Ну не совсем еще, но скоро тепло будет. Сколько это самое? Топочка хлебной камеры. Вот так вот в ней идет горение. Закрываем топочку, открываем. Так, стеклышко на казане у нас отогрелось. Вы видите, пламя пошло вот там низом, поднялось наверх и уходит сюда. Хочу вот еще хочу показать, что здесь у нас происходит. Вот, открываю. Влага тепленькая на задвижке конденсирует. Посмотрите-то. Вот, видите, как все, так сказать, там работает. Дым опускается. Что, ничего не видно? Вниз. Да вон, видишь, дым. И пониже. Вот, пожалуйста, повыше. Вот все, так сказать, в работе. Двойной зуб. Пожалуйста. Как замечательно видно. Все, так сказать, летит. Ну вот так вот идет дым из трубы. Уже пара нету, значит, печечка подсыхает. Ну вот так вот топится. Все работает. Мне нравится. Ура! А, не бобру, а барсуку. Барсуку. Ура, барсуку! Ну, друзья, и в конце ролика хочу вам еще раз напомнить, что у меня есть 3D-проекты с порядовками мангалов, печек под казан, комплексов. Все проекты состоят из 3 файлов, значит, непосредственно 3D-модель, порядовка и количество материалов посчитано. Все файлы отправляю в zip-архивах на вашу электронную почту. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю удачи. Пока.